Привет, бойцы! Сегодня пятница, а значит время коротких новостей Warface. Сегодня мы расскажем вам о новом оружии, ранге, представим нового комьюнити-менеджера, а также вас ждет интересная аналитика о предстоящем LAN-финале в Москве. Будет интересно, смотрите прямо сейчас. В одном из ближайших обновлений вас ждет новый пистолет-пулемет Scorpion EVO 3. Это отличное оружие, которое наверняка очень многим понравится. Оно будет доступно в коробках удачи за кредиты. Будет как обычная, так и золотая версия. Золотая версия, помимо отличного и оригинального внешнего вида, будет отличаться улучшенными характеристиками. Это дополнительный урон по зомби и еще более высокий урон. От такого оружия не спасет никакой, даже самый современный шлем. Скоро в игре появится 83-й ранг. Капитан отряда «Вестники смерти». На его лычке будет воин Маори. Это коренное население Новой Зеландии, которое было очень воинственным и жестоким в свое время. Для того, чтобы получить это звание, вам потребуется достаточно много опыта. Даже если вы уже получили ранг спартанец, то потребуется еще 535 тысяч очков, чтобы получить воина Маори. Всем привет, меня зовут Заур, я официальный аналитик турнира Warface. Как вы знаете, скоро состоится LAN-финал Warface Open Cup в Москве. Впервые на нем участвует 8 команд, а не 4, и победитель получит 1 миллион рублей. Вы увидите как бывалых игроков, так и новичков. На мой взгляд, самый интересный вопрос – это завоюет ли команда АГ третий титул подряд, или сыграет ли команда Arena Stars в очередном для себя финале, ведь, как мы знаем, они не пропускали ни одну игру за золото с весны 2015 года. По случаю финала мы запустили ряд вкусных активностей. Зрители онлайн-трансляции смогут гарантированно получить турнирное снаряжение, оружие, коллекционные карточки и достижения. Все, что вам требуется, внимательно смотреть трансляцию. Также мы запустили конкурс «Поддержи финалиста». Победители смогут получить бесплатно билет на LAN-финал или даже выиграть футболки с автографами любимых коллективов. Все новости на нашем сайте. А гостей LAN-финала ждут самые вкусные и интересные активности. Знакомство с финалистами и блогерами, игровая зона с отличными подарками, яркие и интересные эмоции. Торопитесь заказать билет, количество мест ограничено. Всем привет! Меня зовут Александр Бортник, я новый комьюнити-менеджер проекта Warface. Буду отвечать за видеоконтент на нашем официальном YouTube-канале и сотрудничать с блогерами. Уверен, что мы подружимся. Спасибо за внимание и до встречи через неделю в новом выпуске видеоновостей. Пока!